О, здравствуйте. Привет, ты кого тут заснял? А ну, рассказывай. Чего тут только не было. Вчера был, подождите, не вчера, а... Как дела у тебя? А ты помнишь, мы с тобой на «ты» вообще? Это у меня, как говорят программисты, по умолчанию. Да, а покажи мне, что там ты нафоткался. Честно, я не знаю, как... Не, я вам потом покажу. У меня не работает... Экран? Нет, мне не работает перелистывание. У меня нет инструкции, честно, на него. А, так как-то тут я как-то можно включить, я знаю как. Да, тут лучше не пробовать, потому что это надо посмотреть инструкцию. Сложной техникой надо распечатать инструкцию на него. Понял. В общем. Было сейчас, подождите, я вспомню. Когда у меня был шедевр здесь. Ну, был Maybach сегодня серый с черным, но это 223 кузов, это ерунда. А! Когда был дождь, был Nissan серебристый с черным. Ага. Я его поймал. Вот. Ну, это и самое security, самое главное, чтобы не было. Потому что когда они же такие дурные, что они готовы сражаться с ботинками. Понял. Ну, холодно спать становится с каждым днем. Единственное, что это коты, которые вот... Не, моральная травма, что испортили семерку BMW. Какую? Которая была там. Пофиг. Нет, понимаете, я так устроен, что в жизни должно быть к чему стремиться. Хотя это нереально. Вот у меня был, например, 126-й кузов Mercedes S-класса. Когда его снимали в 91-м году, я плакал. Вот. Потом 220-й я на него так глаз положил. Ну, S-класс, который вот это последний. Вы знаете, а кстати, между прочим, обратите внимание, очень много Кэмри появилось. Да, очень. И они вытеснили Ешку. Ешка вообще не пошла. Да, согласен, Ешка. Ну, Кэмри, она надежная машина. Нет, но вот она чуть-чуть может больше. Их очень много. Очень много Кэмри, очень много. Вот. И серые. В основном черные, но есть и шоколадные. Кстати, тут, между прочим, ездит, приезжает один кубик. Темно-шоколадный. Это великолепно. Великолепно, смотрите. Показал бы мне фото, блин, мне фото интересно. Мне не жалко пока листать, но мне... Я вам сделаю две папки. Первая папка это... Давай, тот... отойдем машину. Первая папка это тот, который был на набережной. А? И вторая папка это я сделал в музее. Кстати, между прочим, поскольку вы говорили, я столько всего поснимал. Розовый, американский под цветом. Вот, там много я всего снял. Единственное, что на этой выставке не было красивой «Волги». Вот я помню, если вы бывали на всех «Волкардвендах», есть одна 21-я «Волга», во-первых, была одна двуцветная. Шоколадная, бежевая и шоколадная. У нее сейчас что-то нету. Потом было две бесподобных «Волги», одна светло-зеленая. У родственника была такая машина, мне не нравился этот цвет. Но она была так покрашена. Кузница тест-драйва. Она была второго выпуска, с оленем, ну вы поняли, но второго выпуска. 2018. Бесподобная машина. У нее даже, кстати, между прочим, там где олень, она обычно белая, а они его подкрасили ту самую красную. И еще одна была машина, Swan Coast 2021, ее сделал один слесарь. Раньше тоже я Swan Coast, батя не любил Swan Coast, я тоже как-то это, ну она сделана, вот прямо, знаете, как мокрая. Понял. Лаком покрыта и мокрая. И она была, и самое главное другое, вот автомобиль, когда нет ни одной ни выемки, ни какого изъяня, он смотрится бесподобно, понимаете? Вот, то есть, она осторожно. Она смотрится бесподобно. Вот. И она была действительно. И, кстати, ее тоже не было. У меня, кстати, были когда-то кадры. Я вместе заснял Swan Coast 21-ю Волгу и черную 3102. Там есть же одна Волга, которая вот она была. Кстати, 3102 это моя мечта. Вот была не сбывшаяся мечта. Вот. Но... Ничего, весной покатаю, найдем. Так что, вы знаете, это реальный мир реальных денег, как говорил мой отец. Вот, кстати, между прочим, EQS довольно оригинальная машина. Вот она в авангарде, но она смотрится. Да. Кстати, есть два EQS, есть EQS вот такой,
как пятидверный хэтчбэк. А есть EQS, как джип. Вот типа как это. Но они вот сделаны. Вот, у них с изюминкой, да? Вот с изюминкой. Не мой вкус, но изюминка. Они что-то новое сделали. А вот эска. Ну вы знаете, ну Майбах в виде эски, ну вы знаете, ну. Ну или у вас вкуса нет, или что, те же самые стопы, которые абсолютно ничего. У них нету никакого этого. Кстати, вот между прочим, я очень часто, мне очень понравилась 200-я Toyota. Вот есть 200-я Toyota, но у нее, хоть я любитель хрома, но у нее облицовка не полностью хромирована, а часть черная, там две линии посередине, и немножко другая измененная. И вот такие спиральками. И там не половинка черная, а половинка хромированная. Она бесподобно смотрится. Вот. И 300-я мне нравится. Ну вот вы знаете, вот парадокс. Lexus никак не воспринимается. Вот это такая агрессивность спереди. Ну вот я не знаю. Вот мне Lexus, я согласен, что эта машина более брендовая, более, ну, вы поняли меня во всех отношениях. Но я не могу ее понять. Понял. Так, теперь и покупать себе хлеб. Тебе брать? Не надо. Не надо? Сейчас я приду. Ты здесь будешь?